Так, пойдем прогуляемся по Кремлю. Так, где-то тут еще был царь-колокол, как я помню. Это вот она, царь-пушка и царь-колокол. Пойдем по стрелке. Как живой. Кусок. Ну, ребята держатся, что там? Так, вот он, церковка. Вот ребята тут стоят, не местные, итальяшки что ли какие-то, феличита и так далее. Так, ну ладно, пойдем дальше. Ну, вот кусок какой творился от этого. Что-то там вроде как технология, что ли, была неправильная при отливке. Этот колокол никогда не звонил. Так, переходим мы площадь. Вроде здесь можно идти. Ага, там даже через Спасские ворота вот прям. Прямо по курсу. Вот. Человек-свисток. Так, идем. Идем мы, идем, пока мы ничего не нарушаем. А ну-ка посмотрим, что тут такое, что за указатель. Так, это у нас Спасская башня, выход на Красную площадь. Но мы пока выходить не собираемся, мы перейдем вот сюда. Красивый, я хотел сказать. Договорился. Так. Вот мы. Окей. Так, что ж тут они... Продает, мороженое продает. Ну-ка посмотрим, что почем в Кремле тут мороженое. Баскин Робинс. Что такое филевская лакомка? И почем лакомка филевская? 100 рублей, пожалуйста. 100 рублей? Так, сейчас посмотрим, что еще выпить. Так, лакомка 100 рублей. Ладно, пока мы воздержимся. Cuercha, cuercha,
davanti c'è il cartello che dice che è dedicato a questo albero. Дают Гарри. Феличита. О, как красиво. Ну какие клумбы. Вот и Феличита. Идем мы дальше. Это ребята из какой-то Азии Юго-Восточной, наверное. Ну, на них аж какой-то пиратский флаг. Так, что у нас тут видно? Вон Кремлевская стена, вон Москва-река, набережная. Вот. Так, ну что, пройдемся дальше. Ну, какие розы. Или что это такое? Так, это мы все идем по скверу или парку, не знаю, как уж он, который на территории Кремля находится. Так. А это вот у нас там что-то виднеется. Может, храм Василия Блаженного? Да, наверное, храм Василия Блаженного. Фонтанчик небольшой. О, тут вон это фонтан. И тут птица павлин. Как то и. Какой такой павлин, мавлин? Вот такой. Шестья. Шестья. Вольная птица. Вот это что-то. Да. Так, продолжаем нашу экскурсию. Так, нам сюда. Идем. Вот, тут хорошо, прохладненько. Красиво. Да, красиво, что ли? Вот она, эта клумба. Вот какая красивая клумба. Выложена со вкусом. Старались как-то, наверное. Пет куранты звучат. Так, вот еще у нас одна клумба.
Так, ну что, пойдем мы в другую сторону. Прогуляемся. Здесь хорошо, ветер дует, прохладно. Как хорошо здесь отдыхать. Жить бы здесь. Приходится вот жить, где попало, куда судьба занесла. Да. Как у всех людей жизнь складывается по-разному. Так, идем мы в эту сторону. Так, это вот вид на собор. Так, это у нас вот ограда идет, а это вот этот вал идет, Кремлевский, как я понимаю. А дальше идет Кремлевская стена. Так, ее сейчас не видно из-за зелени. Вот башенка этой Кремлевской стены. Так, идем дальше. Вот шумит Москва. Москва-Сити. Москва-Сити. Да, Москва, наверное, никогда не спит. Все время шумит. Так, вот нам навстречу группа иностранцев, ребята азиаты какие-то. Мы пойдем вроде сюда, нужно ходить, а мы пройдем, мы тут никогда не ходим, сейчас пойду посмотрю. Так, вот свистнет, не пойду, не свистнет, пойду, вот иду, не свистит, значит можно. Так, это мы сейчас идем прямо на выход, тут какие-то эти дяди ездят, а
там он что-то там идут какие-то туристы.